Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня у нас воскресенье, 28 июля, и этот вечерний выпуск посвящен сегодняшнему утру, то есть тому видеовыпуску, который вышел у нас сегодня на канале. А именно о том, что я показывал одного бывшего из командиров батальона Азов, который был на экскурсии здесь, в Германии, в концлагере Освенцим. В том видео я оговорился, сказал Дахау. Нет, он был в Освенциме на экскурсии, и у него была футболка с нацистским высказыванием. Потом, там же я в этом видео показывал фотографию немецкого канала НТВ, НТВ, а не НТВ, как некоторые посчитали, что это русский канал. Нет, это немецкий канал. И в этом фотографии с этого канала было показано, что на борту БМП-2 украинской нарисована свастика. Почему я снимаю сейчас это видео? Я бы его и не делал, если бы тот видеовыпуск не получил свыше 200 жалоб через модераторов YouTube, и видеовыпуск был уничтожен, закрыт. Я подал апелляцию, и после этой апелляции буквально через 15 минут YouTube принес мне свои извинения за то, что они совершили ошибку, так как в этом видеовыпуске не содержится ни высказываний ненависти в отношении другого народа, ни каких-то призывов к разжиганию, скажем так, любви к неонацизму. Вот. Но за сегодняшний день я отправил в бан, сейчас я вам скажу, приблизительно 15 человек. Это люди, которые не любят, когда им говорят правду в лицо. То есть, когда они увидели фотографию вот этого украинского бывшего командира батальона Азов, они сказали, что это лжеинформация. Когда они увидели фотографию немецкого канала новостей НТВ, они потребовали с меня подтверждение этого фотодокумента в виде статьи и ссылки. Ну, о какой статье может идти речь, если это показывали по телевизору? О какой статье может идти речь? Далее. Очень много людей писали настолько негативные комментарии, что я просто устал эти комментарии читать. Тем более, что сегодня выходной день, воскресенье, модераторы, кто на гриле, кто на велосипеде гоняет по берегу Дуная. Поэтому вся эта работа, ведение сегодня, ведение модераторства на канале упало на меня. И я уничтожил очень много комментариев, уничтожил различных вот этих вот авторов, которые писали всякую чушь. И опять-таки, я говорю, что я нахожусь в Германии и во многих видеовыпусках. И несмотря на это, все равно люди, вот именно залетные зрители, не подписчики канала, а именно залетные зрители, прибегают и кричат: ну, чё ж ты сидишь-то в своей России и трепишься про Германию или Украину, блин? Или говорят, мол, типа, тебе платит Кремль. Вы знаете, вот скажу честно, положа руку на сердце, если бы мне платил нафиг Кремль, то я бы даже этот канал не вел, честное слово. Я бы разъезжал сегодня, ну, как минимум, на Lotus McLaren. Как минимум. Потому что я люблю машины. Я действительно люблю машины, и мне импонирует, когда мимо меня проезжает красивая, жутко мощная, зверская животина, у которой лошадиных сил как минимум 500 или 700, как минимум. Мне это нравится. И если бы мне платил Кремль, то в первую очередь я бы позаботился о том, чтобы у меня под моей, извините, задницей, ну, была машина как минимум Lotus McLaren, ну, в худшем случае Lamborghini. Но специально для тех, кто считает, что я живу в России, я не живу в России. А с вами я разговариваю на русском языке, потому что это язык межнационального общения. Это раз. Второе. Очень многие люди говорят, что это проект, наш канал Old Dutchman, это проект, который проплачивается
русскими какими-то там спецслужбами, которые ратуют за русский мир и так далее. И поэтому мы несем такую чушь. И одна дама уже несколько раз подряд писала в своих комментариях, почему, мол, я так негативно отзываюсь о украинских беженцах. Ну, во-первых, у меня только, если так вот навскидку, было несколько, три или четыре выпуска об украинских беженцах, которые ведут себя, скажем так, некорректно по отношению к той стране, которая их приняла, как беженцев от войны, то есть по отношению к Германии. И вот эта женщина мне написала, что почему вы ничего не говорите о мусульманах, которые живут у вас в Германии? Вы что, боитесь этих, да? Вы боитесь, что они вас поймают и порежут? Дорогая, я вам уже один раз писал, потом написал второй раз сегодня, днем, после того, когда мое видео все-таки восстановили и ютуберы принесли извинения за то, что они совершили ошибку, что там нет никаких националистских, блин, высказываний и так далее. Я уже и под этим видео написал, пролистайте плейлисты видеоканала, раскройте глаза, и вы увидите, что у нас на канале очень много видеовыпусков, посвященных тематике исламизации страны и вот этих вот мусульман, которые приехали сюда в Германию и ни хрена не хотят работать. Да простите мне мой французский, скажем так. Сейчас на заднем фоне, ну, совсем не заставка новостей, да, что-то вот такое, фигня. Потому что сегодня воскресенье, сегодня, сейчас у нас вечер. Поэтому я решил разбавить вот эту вот обстановку чашечкой кофе. Помните, как в фильме «Карнавал», когда Ирина Муравьева с Александром Абдуловым хочет тебе кофе, сварю? Он говорит, у нас в Москве говорят кофе. Ты, Данил, поправляй меня, а то я ведь из провинции приехал, я не знаю, как правильно говорить. Так вот, я решил наш вечер сегодня разбавить не новостной заставкой, а чашечкой кофе. Ну, кто желает, может и чашечкой чаю. Это у каждого свои предпочтения. Так вот, под тем видео, которое все-таки ютуберы восстановили, я закрепил как первый комментарий свое пояснение к этому видео. И опять-таки нескольких человек я отправил в бан, потому что они просто-напросто перешли все границы нормального культурного общения, начали переходить на личности, начали оскорблять, начали обзываться. Ну, извините, такие тролли мне просто-напросто на канале нафиг не нужны. И в том видео я, вернее, в описании к тому видео я сказал, что с сегодняшнего дня, именно вот с 28 июля 2024 года, как ни пафосно это все звучит, я буду удалять абсолютно все комментарии и их авторов отправлять в бан, если в этих комментариях будет проглядываться намек, не просто открытая брань или открытые оскорбления в мой адрес, в адрес, там, допустим, немецкого государства или людей, населяющих это государство. Любой намек на оскорбление или на унижение, авторы этих комментариев будут отправляться в бан. И тогда у них останется возможность только смотреть, как вот по телевизору. Вы смотрите новости, вы смотрите кино, но вы не можете его прокомментировать. Вы даже не можете поставить там лайк или дизлайк. Здесь на канале вы можете поставить дизлайк, это не возбраняется. Но очень много людей, увы, на сегодняшний момент жалеют о том, что они, а может быть, не жалеют, может быть, они этого и добивались, чтобы их отправили в бан. Но, может быть, они все-таки жалеют о том, что они лишились возможности оставлять комментарии на этом канале под этими видеовыпусками. Да, я уже говорил, правда колет глаза. Когда я в том видео сказал, которое вышло сегодня, что украинские вот эти вот бывшие командиры расхаживают здесь в Германии в футболках с нацистскими лозунгами или свастикой, они считают, что это нормально. Дружочки, для тех, кто собирается только ехать сюда на реабилитацию после полученных ранений, контузий в войне с Россией, дружочки, говорю сразу, одевайтесь нормально. Не надо строить из себя нацистских героев.
Вас тут свои местные, наши, вот наши немцы, бля, вас за людей считать не будут. Немцы сами, как бы вам это ни казалось странным, ненавидят фашистов. Вот ненавидят, ну вот ненавидят немцы фашистов. Ну вот что ты с этим сделаешь? Германия, а фашистов, нацистов ненавидит. Что-то тут не то, да? Так вот, для всех тех, кто собирается ехать сюда на реабилитацию из Украины после полученных ран, контузий и так далее, как я уже сказал, ребятушки, запаситесь нормальной культурной одеждой, а не вот этими футболками с нацистскими лозунгами, со свастикой, или с эмблемами, мертвая голова или дивизия СС, еще какая-нибудь херня. Извините за выражение. У меня других слов нет. Или вы считаете, что все здесь дебилы до сих пор, блядь, зигуют друг другу на улице? Блядь? Здесь только за вот это вот приветствие, выброс руки вперед, блядь, можно схлопотать тюремный срок просто так. То, что вы там у себя в Украине или на Украине друг другу зигуете, это ваши личные справки. Вы можете хоть друг друга, блин, в одно место целовать, извините за выражение. Мне просто терпения уже не хватает. И вот эти вот лжепатриоты, которые вас поддерживают, нападают почему-то, блин, на меня, когда я говорю правду. Нахрена вы на бортах своих, блин, БМП, своей бронетехники рисуете, блин, фашистскую свастику? Вот объясните мне. Вот хорошо, я такой дурак непонятливый, да? Вот вы, украинские военные, которые, блин, защищаете свою родину, блин, от вторжения со стороны России. Объясните мне, нахрена вы малюете, блядь, свастику на бортах вашей бронетехники? Вы, блядь, совсем дебилы. Да простят мне мой французский. Это я так вот на эмоциях, потому что сегодняшнее видео за три часа только набрало 5000 просмотров. И потом, благодаря тем жалобам, которые начали кидать укроботы, ну если меня называют кремлеботом, почему я не могу называть псевдопатриотов укроботами? Когда они начали кидать на меня дикие свои жалобы, модераторы Ютуба заблокировали мое видео. Но слава богу, оно опять на канале, потому что я подал апелляцию. Они его сами лично пересмотрели, не роботы, а люди пересмотрели и не нашли там ничего. Ни межнациональной розни, ни ненависти, ни восхваления нацизма и так далее. Это видео снова лежит на канале. Снова лежит на канале. И я надеюсь, что это видео и дальше будет лежать на канале, чтобы все знали правду. Я не спорю о том, что очень много несправедливости происходит как на Украине, так и в России. Очень много несправедливости происходит в той же самой Молдавии. Мне кто-то один сказал, что ты имеешь против Молдавии? Да, я имею против Молдавии. В 90-м, 91-м, 92-м годах молдавские патриоты бегали и орали: «Чемодан вокзал России, русские оккупанты, проваливайте отсюда, или мы вас всех порешим». Я имею против Молдавии, так как я не русский, но я русскоговорящий. И это относилось тоже ко мне. Я имею против Молдавии. И до сих пор имею, и никогда этого не забуду. А вы, многие из вас, бежавшие с Украины сюда, в Германию, распушили свои перышки и теперь начинаете кричать, что типа я проплаченный кремлевской какой-то там, блин, конторой по пропаганде, блин, нацизма или еще чего-то, типа я пытаюсь унизить Украину. Да ребятушки, вы что, с ума сошли, что ли? Вы не умеете нормально, адекватно воспринимать новости или реальные факты, которые происходят вокруг вас? Неужели вы не можете все это нормально воспринимать? Неужели вы обязаны просто по своей натуре, как троллятины какие-то конченые, кидаться на любое видео и пытаться унизить или ведущего, который не имеет к политике, допустим, никакого отношения? Но я занимаюсь, скажем так, второстепенно, но я занимаюсь политикой, да. Говорю это открыто, я занимаюсь политикой. Или, допустим, человек, который просто показывает вам какой-то видеовыпуск, сам не имеет отношения ни к экономике, ни к миграционной политике, но он это обсуждает со своей точки зрения. Вы на него набрасываетесь и говорите, что он паразит, он то, он все. У вас с головой все в порядке, ребятушки? У вас с головой все в порядке? Вот именно вот к этим укроботам, которые, блин, набегают как мухи на навозную кучу,
и пытаются тут жужжать и разводить хлам, и разводить срам, и пытаться троллить, и пытаться унижать. Элементарный способ. Нафиг всех в бан. Нафиг всех в бан. Помните, был фильм «Трое в лодке, не считая собаки»? Как там Харрис говорил, в сад. Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать. Так и здесь, в бан. Мы что, там сможем писать комментарии? Нет, вы там комментарии писать не сможете, но вы сможете смотреть и слушать, что вам говорят. Это будет как телевизор, просто как телевизор. Смотрите новости, не нравится — выключили. Нравится — смотрите дальше. Но комментировать не сможет никто. Из тех, кто пытается доказать, что типа я унижаю украинских беженцев или еще кого-то. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я уже неоднократно говорил, что среди украинских беженцев здесь очень много нормальных, адекватных людей, которые, приехав сюда, буквально в первые 2-3 недели нашли себе работу и работают уже до сих пор, кто по полтора, кто по 2 года. А есть такие, которые не хотят работать, специально заваливают экзамены, вот эти вот на B1 или на B2, они специально заваливают экзамены по немецкому языку, чтобы еще раз получить курсы языковые, но не идти работать. Это есть на самом деле. Это на самом деле такое происходит, поэтому не надо пытаться сделать вид, как будто вас это не касается, как будто это выдумки или это лжеинформация. Ничего подобного. Я вам уже сколько раз говорил, правда глаза колет. В любом виде, в каком бы она ни была, она остается правдой. Хоть она горькая, хоть она кислая, хоть она колючая, как мексиканский кактус. Она остается правдой. А ложь, как говорится, что там говорится-то вообще? Ложь во благо, да, вот вспомнил. А ложь, когда делается во благо, она обретает сладкий такой образ, мягкий, плюшевый такой образ, который нравится всем. Ложь быстрее доходит до людей, до их сознания, чем правда. С правдой смириться очень тяжело, с ней согласиться очень тяжело, не то что смириться. А ложь воспринимают все как правду. Вот то же самое случилось с сегодняшним утренним видео. Вот такие вот дела. Это я хотел сказать по поводу сегодняшнего тут турбулентного такого дня. С утра вышло видео, через 3 часа оно было заблокировано. Через полчаса, когда я подал апелляцию, оно вновь вышло в эфир. Через несколько часов я просто устал отвечать на разные комментарии. Я стал отправлять укработов нахрен в бан. Кто-то меня спросил, почему русские используют вот эту латинскую символику Z и Фау. Ну, Z это у них по их понятиям Запад, Фау это Восток. Или, пардон, Центр и Восток. Но почему они их используют, эти буквы, у себя? Так вот, у русских и спрашивайте. Позвоните этому Шойгу или кто там у них сейчас, Белоусов, блин. Позвоните ему, блин, по личному телефону и спросите: алло, чувак, а почему ваше правительство затребовало, чтобы русская армия использовала латинские буквы? Вот их и спрашивайте. Какого хрена, извините за выражение, вы спрашиваете человека, который живет хер знает сколько лет в Германии, блин, и к России, блин, не имел и не имеет никакого отношения. Соблюдайте субординацию. Это все, что я хочу вам сегодня сказать. Ну да, конечно, это вам информация к размышлению, скажем так, на сон грядущий, да? Не забывайте о подписке на этот канал, о корректном поведении на этом канале. С сегодняшнего дня я блокирую всех, кто даже намеком хоть какую-то дрянь пытается выпустить из своих уст и оставить ее, скажем так, в назидание потомкам. Больше такой дряни у нас на канале не будет. Все будут отправляться в бан. Абсолютно все, кто не умеет себя нормально вести. А всем остальным, адекватным, нормальным, здравомыслящим людям, удачи, не болейте. И не забывайте почаще заходить к нам на канал. У нас всегда есть что-то интересное. Всем пока.